моя пизда, моя пизда. Леонтик. Сегодня хороша. Какие брейки, нахуй? Ну, знаешь, такие, да. Брейкдаун, что ли? Да. Чё, Трэвиса Баркера, что ли? Вот этого говна не будет. Зачем тебе лады на гитаре, сука, блядь? Если ты играешь нули. Не, ну как бы электроника, в принципе, никуда не девалась, по-моему. Ну да, мы, по-моему, как бы по полной ее юзали всегда электронику. Да. Еще того, как это стало модным, как это стало мейнстримом. Я сыграл свою партию зря немирного мира сейчас. Будет, электроника будет точно, потому что мы считаем, что пошли все нахуй. Вот почему, пошел ты нахуй. Потому что мы ее играли еще очень давно. Даже за себя скажу, в частности, еще даже донаты. Были одни из первых, кто такое большое количество электроники стал вводить вообще в музыку в нашей стране. Да и в Натри всегда на этом, ну, как бы многое строилось вообще изначально. И да, продолжает строиться, и если... На сэмплах и на битах. Да, на хип-хоперских. У нас суть в том, что у нас вообще строится изначально, как бы основа, фундамент, он на электронике стоит. А потом мы уже кладем живое на поверхность. Да, прежде всего, нельзя путать, что у нас именно хип-хоп, электроника, ну, в большей сфере, наверное, его большей части. Хип-хоп, электроника, она более аналоговая, она на сэмплировании вся строится, то есть меньше синтеза вот этих всех, блядь, компьютерных примочек и всей херни. Многое делалось вообще, там, звуки из жизни брались какие-то просто реальные, делали непонятные извращения с инструментами. Переворачивали, кое-как сэмплировали, записывали это. По большей части так. Не, будет, конечно, прямо синтезированная электроника, но ее все равно довольно немного. Также хип-хоп биты и электронные биты, которые будут, они тоже имеют именно такое аналоговое звучание в стиле олдскульного хип-хопа. То есть не будет как таковой прям новомодной такой электроники, пиздец, как вот сейчас у всех транскор групп. Может, совсем чуть-чуть она будет проскакивать, но все равно будет иметь наш оттенок. Приехал, братан, пошел к своему двоюродному братану денег до зарплаты звоня, а? Такой хоровой пение. Дошел ты, братана, занял. Или, пошел, или казачий. Да, прилушку, прилушке. Не, ромашки, 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 цветы. Это не хор. Как не хор? Это Бабкина поет. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся. А, еще. Будет хоровое пение. Вопрос снят. Хоровое пение, пиздец. Вопрос про хор, блядь. Конечно, будет, а как же. Я тоже принял активное участие в записи, блядь. Ну, мы вас обрадуем, это будут не сингалонги ни в коем случае, блядь. Ну, когда я последний раз, когда мы пытались что-то сделать, пацаны ржали, они все были красные, блядь. И две минуты они вообще слова не могли сказать. Звучишь забавно. Вообще классно, Вован. Прости, Вован, что ты ебаешь? Просто Вован показал класс, блядь. Реально. На самом деле, в одну песню мы там записывали буквально хоровые штучки. И то это скорее с расчетом на это, на концерты, на будущее. То есть... Да, у нашего басиста, как ни странно, очень сладенький голосок. Да, оказалось, что наша ритм-секция поет лучше всех, на самом деле, в группе. А может, там махнулся? Вот такие дела. Читки-чуды. Читки-чуды. Сколько дадут, столько и почитаю. Знакомься, новый участник группы, читки-чуда. Читка-чуда. Читка-чуда. Чубака, блин. Давай.
Ну блин, ну мне не прет нихуя. Вот, посмотрите, мои искренние это, глаза, ни капли лжи. Ну не прет. Не, ну так-то больше не стало. Не прет да? Заниматься, ты скажи. Если посчитать-то больше, я думаю. Чё да? Не прет? Чё не прет, блядь? Да можешь там пахнуть. Да ладно. Да. Даже попить пытаешься, да, а? Да, ты даже петь стал. Нихуя себе, чудо, короче, все нормально. Чудо не в курсе, чудо пьет вместе со мной, а я как бы помню. Чудо будет больше. Все нормально, я остаюсь. Чудо присутствует. Очень хотим, да, выпустить на CD. В этот раз, ну, мы всегда хотим выпустить. Мы очень хотим всегда все выпускать для того, чтобы люди, которые ценят наше творчество, получали, ну, какой-то материальный результат, то, что можно потрогать, пощупать нашего творчества. Поэтому, если у нас будет возможность, мы обязательно это сделаем. Честно. А вообще, для на вас. Самом деле, встречный вопрос. А у вас вообще сохранились ли CD-проигрыватели? Да на самом деле, неясная ситуация с CD. Да сделаем, не бать, блядь. Мы хотим сделать, но фишка в том, что вопрос в вопросе чувака о том, что у него нет возможности попасть на презентацию. Просто как бы мы, если и планировали сделать, то мы как раз только на презентациях и хотели продавать. И почему в этот раз продавать? Потому что на самом деле нам надо окупить тур и поездки, а денег нет. Приходится вкладывать, по сути дела, свои деньги, и поэтому надо где-то их брать. Да, и за свет платить. Мы до сих пор не расплатились за свет. Представляете? Хорошо, успели записать хоть альбом. Ну, возможно, его сейчас отключат, как знать. Да, прям. Как мне тут сбоку подсказывают, мы не рассказываем. Да, оно есть, и мы его не рассказываем, потому что это как с желаниями. Если рассказать, то оно не сбудется. В конечном итоге меня признают невменяемым, но эти строки заставят обратить внимание. На Гуфа. Ого. Так это, Майк, к тебе вопрос. 5-5-2 рекорд. Будет фит с Гуфом. Да не. Охуенно, че. Потом кто-нибудь вырежет этот видео кусочек, где он, блядь, типа поймет и распространяет. Только он реально сдох, никто не заметит разницы, когда вот он умер, а потом умер на самом деле. Так он умер или нет, я не пойму. И как бы вот, когда никто не заметит разницы, тогда будет фит. Да. Но Гуф будет со спины в клипе. Вот так вот. Гуф будет в клипе со спины. Склиз, клипли, никто не поймет. Все будут не верить, блядь, что. Мы на самом деле сейчас показываем видеообзор игр для Дэнди. Чего? Икевич, привет, кстати. Я придумал, блядь. Если у нас будет кавер на Гуфа, и исполнять будет, блядь, этот. Не Лёха, блядь. Охлобыстин, блядь. Барян. Лопата, блядь, на барабан. Вот на самом деле я реально бы лучше послушал кавер на Гуфа в исполнении Охлобыстина. По-моему, охуенно было бы. Больше. Мы оставим туманным этот вопрос вот так. Да будет все, будет, ебать, чё заебали, нахуй, будет. Чё ты орешь, они... Ну чё, блядь, читки чудо будет больше, читки гуфы будет больше, блядь. Чё ещё, хоровой пение, гуф, скартавит там, хором гуф будет картавить, блядь.